Пятиклассница Злата достает печенье из духовки. Ее класс готовится к акции «Доброе дело. Весна». Девочки не только выпекают сладости, но и отшивают фартуки, которые отправятся в детские дома. Злата в классе главный кулинар. С детства любит готовить и каждые выходные балует выпечкой своих домочадцев. Эти печенья мы пекли вместе с классом, и потом мы их упакуем и отправим бойцам на передовую. В кабинете труда у мальчиков сегодня шумно. Пока девочки занимаются шитьем и кулинарией, юноши мастерят скворечники. Гвоздь за гвоздем, дощечка за дощечкой. Чтобы детали ровно соединились друг с другом, Семен вымеряет каждый миллиметр. Советы учителя, немного терпения и домик для птиц готов. Главное – позаботиться о комфорте животных. Чтобы птицы там переночевали ночью и могли там кушать. В добрых делах поучаствуют все ученики школы «Квантум». Они готовятся к акции уже 2 недели. Каждый выбирает занятия по душе. Что такое добро? Это не оставить без внимания любого человека, который находится рядом. Это прежде всего чуткое отношение к территории, к земле, к своему народу, к жителям своего города, где ты живешь. Поддержать бойцов СВО, сшить фартуки для детских домов, заняться уборкой в лесу или посадить деревья. Такие разные активности, но все они связаны одной задачей. Школьников учат делать добро. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».